Друзья, всем привет! Вы на канале BAS93. Сегодня к нам на установочку головного устройства от компании TI's заехал Nissan X-Trail 2021 года с круговым обзором. И мы вам сейчас покажем, какие переходники подходят, потому что не все умельцы, не все установочные студии, магазины могут это запустить. Мы вам сейчас покажем, какие переходники подходят и как это все работает на таких сложных автомобилях с круговым обзором, с усилителем. В общем, пойдемте посмотрим. Специально не стали собирать. Видите, у нас Canbus Decoder Focus NSSS04A от компании SimpleSoft. Данного автомобиля получилась у нас комплектация C. Данный переходник вообще мы взяли от комплектации C Nissan Tiana в 33-м кузове. Все отлично подошло, все обучилось, круговой работает. В принципе, здесь больше показывать нечего, кроме самых основных вещей. Это у нас вот Canbus Decoder, который, соответственно, и запускает, и управляет, так сказать, магнитолой. Сейчас мы соберем вот это все. Костянчик уже держит, уже на готове. Установим TI CC3 332 и уже вам покажем готовое решение и его функционал. Магнитола у нас типа размера 10 дюймов. Черная глянцевая рамочка. Покажи, вот у нас есть иконочка кругового обзора, на котором отображаются штатные парктроники. Видим, и штатный круговой обзор. Соответственно, переключение всех камер осталось. То есть входим в меню, да, переключаем. Здесь у нас камеры переключаются, видите. И, соответственно, выход из этого меню. Также при переводе селектора в режим заднего хода мы видим вид сзади. И, соответственно, видим парктроники и вид сверху. Вот эту линию, наверное, мы сейчас динамическую уберем, да, Костянчик? Да. Потому что она нам не нужна. Видим отображение парктроников. Справа штатное отображение, которое выводилось на штатный монитор. И слева по коншине магнитола видит отображение. Все, вырубай. Климат здесь не отображается. То есть отображения климата нету. Отображение дверей у нас есть. Видите, да? Дублируется с монитора. Ну, соответственно, кнопочки на руле, это все элементарно. Звук, это все, как говорится, все просто элементарно. Видите, звук есть. Все это управляется, все переключается. Подгрузили иконочки. Видите, как это все хорошо выглядит. Ну и вкратце об устройстве. TI CC3 с памятью 3.32 на 8-ядерном процессоре. Предустановлены у нас уже различные приложения, YouTube, Google, в общем, все возможные. И также самое можно с помощью Play Market докачать любое приложение. Дорогие друзья, отправляем мы головные устройства по всей России. Установочку производим только лишь в городе Краснодаре. Кто хочет заменить штатное головное устройство на хороший Android, всех ждем в нашем установочном центре BAS93.